Я ненавижу свою работу. Меня бросил парень. Он постоянно поднимает на меня руку. У меня не получается отдать долги и выплатить кредиты. Начальник меня просто достал. Мне не нравится то, как я выгляжу. Я некрасива. Я просто хочу, чтобы я была нужна кому-то. Меня все достало. Просто хочется все бросить. Я запутался. Мне просто хочется поддержки. Стоп! Снято! Это всего лишь актеры. А их история — это написанный сценарий. Но у каждого из нас есть проблемы, которые держат нас в стрессе. И это видео мы снимаем, потому что понимаем, что тебе сложно. Какие именно у тебя проблемы, мы можем лишь догадываться. Но есть тот, кто знает, через что ты проходишь. Знает твою боль, о которой ты молчишь. Это Иисус Христос. Он любит тебя и хочет помочь. Если тебе нужна поддержка, напиши нам.